В Шахуне начали судить начальника местного отдела полиции. Подполковник Александр Таксанаев оказался на скамье подсудимых за то, что, пользуясь своим служебным положением, решал вопросы своих знакомых. В данном случае местного жителя должны были привлечь к ответственности за нарушения, связанные с автомобилем. Он позвонил начальнику отдела полиции, тот дал указания своим подчиненным, которые нарушителя задержали, но его отпустили после звонка и не оформляли. Дело дошло до суда, однако в судебном заседании замначальника местного следственного комитета неожиданно выступил с ходатайством освободить Александра Таксанаева от уголовной ответственности и ограничиться штрафом. В качестве основания для такого решения следственный комитет указал 10 тысяч рублей, которые в качестве пожертвования перечислил начальник шахунской полиции в местный дом престарелых. Загладила причиненный преступлением вред путем принесения добровольной социальной и значимой финансовой помощи шахунскому дому-интернату, что подтверждается, согласно доводам следователя, копиями заявления, договором, чеком. Александр Николаевич, признаете свою вину? Вот по вашему мнению, как можно принести извинения, оплатить 10 тысяч рублей, перевести 10 тысяч рублей в дом престарелых? И нет никакой вины? У вас есть какое-то мнение на этот счет? Можете прокомментировать? Может, у вас есть своя позиция? Как адвокат, можете высказать позицию своего подзащитного? Нет, извините, я не он могу. Он признает свою вину, вот как бы... Да, извините, не могу, потому что не получил на это разрешение. Всего доброго. От кого разрешение? От своего подзащитника. А как относится к ходатайству следователя о прекращении дела? Сведения, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Таксанаев подозревается в том, что превысил свои служебные полномочия, отдав своему подчиненному незаконный приказ об освобождении иного лица от ответственности за совершение административного правонарушения. При этом допустил дискредитацию правоохранительных органов и подорвав их авторитет, сотрудники которых призваны соблюдать закон. А чем вы навлекли на себя такие звонки от жителей города Шахуни? То, что в случае какие-то проблемы возникли с полицией, сразу нужно звонить вам, и вы все решите. Под суде было озвучено не менее 4 эпизодов. Вы считаете себя виновным? Кстати, суд отклонил ходатайство Следственного комитета о замене уголовного наказания на судебный штраф и принял решение рассматривать это дело в обычном порядке. Начальнику шахунского отдела полиции может грозить до 4 лет лишения свободы.